всем привет, с вами я, мистер Баннер, и сегодня на день рождения моего канала, а ему ровно один год, мы будем играть в игру под названием FES. Или FES, какая разница. Да, я играю не на контроллере, поэтому... Ну, у меня контроллер сломался, я не знаю, что с ним вообще такое, он компьютер показывает, что его не видит. Я хотел на кей поиграть на контроллере, но не получится. Печально, конечно, очень печально. Так, но в любом случае мы в него поиграем. Я долго ждал этой игры. Деньги копил, 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 вот накопил. Наконец-то. Так, ладно. Ну что, давайте начнем. Да, меня долго не было, я не снимал долго. Ну, сейчас не об этом, конечно, давайте начнем. Надеюсь, у меня будет хорошо слышно, звуки не слишком громкие. Что-то как-то подлагивает. Да. Белый человечек. Довольно-таки милый человечек. Он прыгает, наверное. Так, нажмите стрелочку вверх, чтобы выйти. Можешь попрыгать. Ого! Нам можно забраться. Прям как, знаете, это, на Дэнди. Прям такие же звуки все. Вау, птички, 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 птички. О, стрелочок. Что он делает? Ну вот он нам письмо отправляет. Так. Да, у меня переведено все на русском. То есть... Многие там играли на английском, а я вот и на русском. Пойдите к почтовому ящику. Так, нажмите L Control, чтобы прочитать письмо. Дорогой Гомес, увидимся на вершине деревни. Мне нужно сказать тебе кое-что важное. Сегодня особенный день. Старикашка. Старикашка. Так, ладно, на Space продолжить. Space запрыжка. О! Птичка. А где собака? Где моя собака? А. Так, какой-то очкарик. Похож. Похож на самом деле на гагутуна. Какая форма тебе больше нравится? Вам квадрат. Мунику. Это точно. Поскольку она не существует. Окей. Может зайти в дверь. Ну, я думаю, по дверям мы не будем сейчас ходить, а подойдем в конце. Потому что, да, я уже смотрел начало игры. Ну, просто надо было посмотреть геймплей. Как же без этого? Тык-тык-тык-тык. Я люблю деревню. Я вижу всю свою жизнь. Живу всю свою жизнь. И чего? Понятно. А я Гомес. Я говорю, в это я понимаешь. Воспринимайтесь субъективно. Ну, нам надо сейчас подняться к старичку. Как я понимаю. О. Начинается вечер. Блин, допустим, сегодня особенный день. А вот ты там. Приключение начнется, пришло время Гомеза. Окей. В любой момент. Так, подожди секунду. Вот он. Во. Во, 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 во. Что такое? О, господи. Вау. Охренеть. Господи, у меня сейчас начнется эпилепсия. Большой золотой кубок. Чито? Так, ну.
меняется. Трансформируюсь. Этим болтает чего-то, болтает. Ла-ла-ла-ла-ла. Падает шапочка. Игра полетела? Что это можно еще сказать? Полетела? Ну, конечно, так предусмотрено. Так. Я еще раз говорю, что я игры не на контроле. А хотелось бы очень на контроле поиграть вообще просто. Шапочкой. Уи! Ладно. Ну, паутинка. Я не было видно. Ладно, так. О, я не хотел. На самом крутится, что ли? Когда походу заходишь в дерево, на самом. А вот эта уже музыка чем-то напоминает Майнкрафт. По-моему, из Майнкрафта взято. А, как это? Да, из Майнкрафта. Гомес. Что-то пошло не так. Вот прямо из Баттлфилда. Вот. Мне нужна твоя помощь. А, мне писали сопровождать. Окей, я точка. Точка? Что? Похоже на радужный кубик. На Google. Гексаэдр распался на кусочки. Разбитый, разбросанный по всему миру. Ты должен восстановить его. Без него всему настанет гибель. Ты получил удар. Великая тайна была открыта тебе. И есть мир за пределами твоей деревни. И измерения помимо тех, где ты обитаешь. Эта дверь ведет к величине мира, но сейчас она крепко заперта. Она не... да. Отметка на ней означает, что ты сможешь открыть ее до тех пор, пока не соберешь, по крайней мере, один куб. В мире полно таких дверей. Каждый из уровней. Ну, понятно, да, что через путешествие должен идти с место. Надеюсь, меня слышно вообще, потому что музыка громкая. В этой деревне находится 8 часов, нифига себе. Подобное вот этой. Вместе они собирают полный куб, с помощью которого ты можешь открыть дверь. Ты их. Идем итог. Следующие золотые кубы. Очень важно. Нужно найти их все. Или все. Ладно. Никакого давления не запомни. Используя она и другая, понятно. Теперь продолжим. Ля-ля-ля-ля-ля. Я вижу дьявольский квадрат. Девочка. Понятно, что ли? Нет? Мышки. Поздравляю.
Хорошая шляпа. Спасибо. Так, теперь зайдем сюда, там должно быть что-нибудь. Должно появиться что-нибудь. Скажу сразу, я уже знаю, как это поменять. Да, вот тут. Там сюда. Оп. И мы здесь. Так. Сундук со сокровищами. Чтобы открыть его, встань перед ним, нажми Ctrl. Ты нашел ключ. Ключи открывают любые двери, но использовать нужно только один раз. Так, ладно. Как-то подлагивает немножко, да? О, ладно. Оп. Оранжевый. Ой! Это был куб. Но это невозможно. Ну чё, ладно. Сам понимаешь. Невозможно и возможно. Там вон дверь, которую мне надо. Прошло столько времени. Теперь твоя очередь. Я устал. Плюс эта штука у меня на глазу. Повязка. Классно. Ну что, вообще классная игра, мне она нравится. В стиле таких вот дэнди. Давно хотел поиграть в такие игры. Там деле мне нравятся такие игры. Но самого раньше было дэнди, сейчас вот просто на стрике какая-то. Карта чего? К чему? Я не знаю, сам разберись. Да пошел ты. Я не хочу сам разбираться. Ну что? Ну, допустим, у нас она будет. Ладно. Так. Поползем. Я не могу. Окей. Так. А этот джентльмен нам что скажет? Это было действительно красиво. Но больше так не делал. И... Бляха. Окей. Так, он тут. Ну, с той стороны встал. Еще ключик. Ей. Так. Так,
Так, мне кажется, я не во все двери сходил. Вот это сюда я ходил. Так, да, сюда я ходил. Я уже запутался. Мне больше всего нравится музыка. Офигенно. Воу. Так, это только это было действительно красиво. Лучше так не делай. Кажется, я пропустил один куб где-то. Здесь вот. Дверь, в которую я не заходил. Все, оставься, все, кубик. Он у нас на самом верху. Господи, думаю, все это у меня на улице шумят, это, оказывается, в игре это такие звуки. Я постоянно забываю, про вот эти штуки, что можно так крутить. Ура! Ты сделал это. Теперь ты можешь открыть дверь. Идем. Ну, идем. На самом деле, я думал, тут нельзя никак упасть, что ли, разбиться. Нет! Так. Где здесь спускаться? Вот. Дверь открыта. Готов ли ты начать свое приключение? Я готов. Но следующее приключение будет в следующей серии. Всем пока, с вами был я, мистер Баннер. Подписывайтесь, ставьте лайки. Удачи.